Сегодня на канале Ретро-ремонт я покажу, как исправить очень частую распространенную неисправность в принтере, когда он начинает криво печатать, неровно печатать, с ошибками печатать, с разнообразными волнами и так далее, со смещением. Вот, для примера, вместо буквы К или Р ровненько он начинает с такими вот волнами, смещение идет разные. И так и далее. Вот такие волны. Ну, в общем, какие-то каракули печатают или сбои идут. Это очень частая причина и неисправность во всех принтерах. Отремонтировать ее очень просто даже в домашних условиях. Если, конечно, дело здесь не в картридже, а именно в этом, что я сейчас покажу. В каждом принтере есть вот такая прозрачная. Сейчас я ближе покажу. Вот такая прозрачная лента. Это типа позиционер головки, чтобы принтер печатал правильно и верно. По-научному называется энкодерная лента. И вот когда она, вот эта лента, загрязняется, попадает краска, жир и прочая грязь. Вот так принтер начинает печатать криво-кос. Устранить эту неисправность очень легко. Берем кусочек материала или салфетку. На салфеточку берем немножко воды, если здесь краска попала. И вот так аккуратно вот эту ленту протираем. Здесь главное не переусердствовать, потому что она по сторонам идет, крепится на двух пружинках. Поэтому если на салфетку берем воду и протираем. Можно, если много жира и грязи, взять вместо воды мистера мускул. Любой синий, зеленый. Та же самая на салфеточку. И чуть-чуть протираем. Но если грязь большая, берем тряпочку. Немножко мистера мускула. И та же самая, все это протираем тряпочкой. Если, конечно, здесь жира много, грязи много. Тогда берем тряпочку, она лучше держит воду или мистер мускул. Вот такими движениями несколько раз протерели, подсушили, протереть, подсушить. И все. И если только дело было в этой энкодерной ленте, принтер начнет обратно работать. В принципе, на этом сегодня все. До следующих видео.